Всем привет, это Хэйрфакер и лайфхак сегодняшнего дня – три стрижки. Что это такое? Сейчас объясню. Первое. Ваша стрижка должна быть в уме. То, что вы визуализируете и можете представить клиенту как некий образ. Где это можно сделать? Вот здесь. Второе – это непосредственно та стрижка, которую вы исполняете на голове клиента. Ну и третье, самое важное – это то, что вы можете представить в мечтах и на следующий приход клиента. Ну что, сегодняшний лайфхак – три стрижки. Конкретная бумага, ну конкретная бумажка. Кстати, стойте, подождите.